Дорогие друзья, мы с вами находимся на ТВ «Шанс. Талантливые дети». И с нами участник сегодняшнего вечера Максим. Максим, привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, что сегодня будешь делать? Какой номер покажешь? Я буду петь с коллективом и сольно. То есть у тебя два номера сегодня будет. Как называются? Коллектив «Музыкальная дорожка» и песня «Перемена». «Музыкальная дорожка» мы будем исполнять песню «Я пою». А как легче, сольно или с коллективом? Мне кажется, легче сольно. Потому что, когда сольно, ты себя чувствуешь на сцене королем сцены. Как-то, ну не знаю, как-то больше пространства. Ты можешь себя выдать побольше. Ну а когда с коллективом, есть поддержка, наверное, друзья? Конечно, есть. Очень комфортно себя чувствуешь, что, ну, если ты ошибешься, то ты знаешь, что тебя всегда поддержат. Но перед выходом на сцену ты волнуешься, не волнуешься? Я вообще не волнуюсь. То, что я знаю, то я выйду и сделаю все, всех лучше. Ну, ты молодец, если ты такой уверенный в себе. А как нужно вести себя человеку, чтобы добиться такой уверенности? Поддержка зрителей или поддержка твоих родных и близких? Кто с тобой сегодня пришел? Со мной пришла моя мама. Вот она стоит, смотрит. И надо просто быть с улыбкой и верить в себя внутри. И говорить про себя. У тебя все получится. И тогда у тебя правда все получится. Спасибо, Максим, огромное. Я думаю, что у тебя все получится. Мы будем ждать твоего выступления. Ну а пока спасибо большое. Все, спасибо.